Это секретная миссия. Никому никогда не рассказывайте то, что вы увидите сегодня. Ну, это шутка, конечно. Секрета нет, куда я еду, но чуть позже расскажу. 20 минут 10-го. Вот, а движуха еще приличная. Стой, дружище. Будем по правилам ездить. Чуть-чуть. Надеюсь, я правильно поехал. Болгар направо. Вы поняли, да? Я еду в Талгар. Точнее, дальше. За Талгар я еду. За Талгар. Тут есть кусочек велодорожки. Колодца по велодорожке проехать чуть-чуть. Блин, это не велодорожка. А нет, велодорожка, да, сюда. Ой, читаю текст на ухаба. Слабонервный, прошу покинуть зрительный зал. Дорожки конец. Проехал так, наверное, метров 300. Будет весело ехать, движняк. Дорога дурацкая, узкая, обочина вся ушатанная. Не ушатанная, кривая. Вот он, славный город Талгар. К востоку Алматы, наверное, километров 30. Набор высоты идет. Скорость 15 километров в час. 5 километров еще надо проехать. Неожиданно спуск вниз. Похоже, тут уже подъема сильного не будет.
Ой, это я. Всем привет. Вчера еще приехали. А сколько? Часов где-то... ближе к часу. К часу ночи? Или к часу дня? Нет, часу дня. А, сколько? Когда приехали? Что делали? Гутен так, ой, гутен морген. Good morning, короче, ребята. Мы сейчас находимся на 4-м энергоблоке 9-го легиона. Тут, в общем-то, такой событийный сабантуй, который позволяет людям раскрыться со всех сторон и для себя, и для своих близких. После 40 вроде уже дети выросли, стремиться особо некуда. И мужик все, цели в жизни нету, ничего не хочет. Основная масса сюда приезжает, чтобы сходить в душ, вот, умыться. Вот, потом очередь в туалет. А, собственно говоря, практики, ну, наверное, это и есть те самые практики, они являются основными. Вот. Также, конечно, здесь присутствует в больших масштабах джала-йога. С последствиями, без последствий, у кого как это происходит. Вот. Мы встали совсем недалеко от Халель-Бабы. Халель-Баба благосклонно к нам отнесся и, так скажем, приберег для нас такую большую площадку под наши, там, сколько там, 29 палаток. Вот, собственно говоря, а сейчас мы будем пить чай, потому что мы все время пьем чай. Вот, всем пока. Доброе утро. Ну что ж, я нахожусь на фестивале Форель. Ну что ж, давайте все-таки теперь серьезно, потому что, возможно, вы не знаете, что такое Форе. Форе – это уже традиционный фестиваль под открытым небом, который проходит вблизи Алматы. Название Форе расшифровывается как 4 «э» – «этно», «эко», «эво» и «эмо». Этно. Фестиваль представляет этническое разнообразие нашего общества и взаимосвязь многих культур. Эко. Фестивальное пространство создается по принципу экологичности, разумности и заботы об окружающем пространстве. Эво. Каждому человеку представляется возможность соприкоснуться с различными духовными и телесными практиками, а также другими активностями, способствующими эволюции сознания. Эмо. Фестиваль придает большое значение проявлению эмоций, потому что они являются неотъемлемой частью развития человека, воздействуют на тело и разум. На территории фестиваля гостей ждет музыкальная программа, ярмарка ремесленников, площадки телесного и духовного развития, бизнес-площадки и многое другое. Вот я иду, просто иду и попадаю куда-то. И как будто Вселенная ведет меня туда, куда мне в данный момент нужно. Участвуем на мастер-классе с поющими чашками. Узнали много вибраций, разные способы выведения звука. Очень понравилось. И такое ощущение, что очищаемся. То, что мы сейчас делаем, для этого нет противопоказаний. С каждым годом фестиваль Форе собирает все больше людей. Сюда приезжают поодиночке, компаниями друзей, группами единомышленников, а также часто приезжают всей семьей, потому что для любых возрастов здесь найдется что-то полезное и интересное. Также здесь можно встретить массу позитивных и увлеченных людей, а территория свободна от алкоголя и табака, что особенно важно для семейного отдыха. Классика жанра, я 9-й год, ну, в смысле, с самого начала. К
Каждый свое же ищет, и здесь есть возможность найти свое, с учетом разнообразия представленных направлений. Здесь как минимум атмосфера, а как максимум возможность пообщаться с большим количеством очень интересных людей, которые доки в своих направлениях, которые дают новую интересную информацию, которые дают возможность развития. У вас нету проблем, свою личность куда-то прячете. Подбородок прижимаете. Еще. Встретил я здесь и близких мне по духу сектантов электрического толка. До Вольта я никак не доеду, но Вольта приехала на фестиваль Форе. Магомед не идет к горе, гора идет к Магомеду. Привет всем. Вот. Мы познакомились. Александр. С Александром. Я тоже Александр. Тобой, прошлогодней весной. На следующий день. И Андрей. И Андрей. Мы сюда приехали также на своих байках, что Александр, и мы тоже с Андреем приехали на байках. Я такой псевдо приехал на байке. Да. Наполовину. Буквально 300 метров я доехал. Форе 2018, электробайкеры в сборе. Надеюсь, нас будет в 5 раз больше в следующем году. Да. А когда-нибудь мы вообще устроим свой фестиваль? Вот, наши кони, наших коней надо. Да, наши кони. Два коня. В общей сумме 12 киловатт на двоих, 4 на 4. Саня за два привода, вечер, я за два. У Сани вот такой вел, наверное, единственный, не то что в Алма-Ате, а возможно, единственный даже и в мире. Вот так он сделан. Сейчас он расскажет. Первая причина — у нас горная местность, и мотор-колесо по горной местности не едет. И поэтому пришлось сделать решение его поставить в центр, в треугольник, и сделать цепные передачи. Тут звездочки стоят, и больше звездочек есть, я ими не пользуюсь. Несмотря что как бы быстрее ехать, но все равно это упирается в максимальную скорость. И все равно не едет, и много кушает топлива. И меньше звезду ставлю, и он лучше едет. И при этом расход падает. Оптимальные в обороты уходят двигатели, и все ништяк получается. И больше крутящего момента получается. И теперь он едет, можно сказать, в любую гору. Без всяких проблем, плюс мощность большая. Не буду говорить, а то скажет, слишком много для велосипеда. Но очень круто получилось. И уже, грубо говоря, 3 года катаюсь. Мне нравится. Ну, самое главное этого вела, то, что здесь есть регулируемая трансмиссия. То есть, маленькую звездочку поставил, и любая гора твоя. Ты можешь менять передаточное отношение именно с мотора. Вот этого нету ни на одном моторе в мире, именно велосипедном. Несмотря что велосипедные скоростя также остались, любую передачу подбирать. И когда ты на педалях идешь, тебе на моторе можно не переключаться. На педалях переключился. А мотор как длиннее передачи, и тебе не нужно переключаться. То есть удобно это. Фактически тут их 7, а пользуюсь 3 или 4. Боковых крышек нет. Сделаны были стекловолокна боковые крышки, они все одевались и фиксировались у батареи. Но в данный момент у нас 35-40 градусов. И еще когда вжариваешь, она 60, у меня стоит термодатчик и отключается. Потом приходится ждать, думаешь, когда остынет. Крышки снял, проблема немного исчезла. Своим байком закрыл настоящего монстра. Да. Твой — это все понятно, а вот полный привод тут один только есть. А главное, это вот это. Это музыка. Вот. Так что монстр должен быть еще и по кайфу, чтобы было. Оно снаружи же. Сейчас что-нибудь возьмем. Вау! Ладно, все, мы поехали. Давайте, ребят, успехов. Может, на желтую?
Ой, какой господин! Слушай, а у меня... Давайте ко мне! Ай! Нет, всех тишины! Не, на лежачем пока бояться ездить. И нервы, и бели от вас все потерял. Не-не-не, это какой-то коварный господин, он нам не нравится. Он что-то задумал. Давайте на буксир вас возьмем. Это моя любовь! Эй, ты, любовь! Ну-ка, пошли! Ну-ка, вставай! Вставай! Ну все, мы покидаем страх и ненависть в Форе. До новых встреч на канале «Вперед ногами». Это, конечно, была шутка. Спасибо, Форе!